Всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу показать, как можно быстро устранить шум кулеров в своем компьютере без разборки и без лишних движений. Вот такой вот компьютер мы имеем. Беспокоит нас вот этот вот кулер. Слышим, что он издает какие-то посторонние звуки. Так, сейчас я покажу, как это устранить. Для этого нам понадобится отверточка, либо что-то острый какой-то предмет, чтобы подцепить вот эту вот наклеечку. Далее наклеечку мы аккуратно, не надо ее срывать, просто нас интересует вот эта вот резиночка. Так, теперь я это одной рукой делаю, потом не очень удобно. Поддеваем вот эту вот резиновую заглушечку, кладем ее аккуратненько. И нам понадобится вот такая вот смазка. Я использую вот силиконовую смазку. Можно использовать какую-то с удлинителем, там ВД-шки, ну, у кого что есть. Именно чтобы был хороший распыл, то есть не просто она там капала, а именно распыляла за счет давления в баллоне. Так, ну я тут нарисовал небольшой чертеж, то есть суть идеи в том, что вот это наше стопорное кольцо, это вот наша втулка, это наш вал. И мы путем сопла подведения вот в эту часть закидываем просто под давлением смазку. То есть она проходит сюда и уже смазывает то, что нам необходимо без разборки кулера. Можно использовать также насадку какую-то, то есть что придумаете, чтобы вот, ну, попасть в эту вот часть и, соответственно, облегчить проникание смазки вовнутрь кулера. То есть наша задача вот именно между, вот я подвел, так, все. Так, лишнее убираем, ставим на место нашу резинку, отклеиваем фиксатор и запускаем компьютер. И наслаждаемся тишиной и спокойствием. Никаких шуршаний, дребезжаний и тому подобного. Все тихо и штатно. Такой же способ я использую для смазки и вот этого кулера. То есть здесь тоже доступа нету. Соответственно, я вот эти 4 крепления винтика откручиваю, чтобы его просто наклонить, потому что у него, видите, тоже идут все шлифы именно на заднюю стенку, и там тоже он не отсоединяется просто так. Соответственно, он наклоняется, я подкладываю здесь листик, и уже есть доступ к резинке, и аналогичным способом я смазываю и этот вот кулер. То есть такой вот способ, он очень подходит для вот именно таких современных корпусов, где не просто так, что достал шлейф и есть возможность кулер снять, почистить. Здесь такой возможности нет, поэтому, на мой взгляд, способ оптимальный. Кто знает другие способы, пожалуйста, комментируйте под видео, оставляйте свои комментарии. Кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!